Луковицы Георгины Catching Fire, далее Catching Fire, зацветая, создают эффект пламени, застывшего среди изумрудной зелени. Несмотря на несомненную привлекательность, растения неприхотливы. Как и все георгины, любят солнечные местоположения и тепло, умеренное увлажнение и отсутствие холодных ветров. Вырастают до 90 см, имеют прямостоячий, крепкий стебель. Цветут очень богато, радуя все лето и даже начало осени. Бутоны крупные, контрастной красно-белой окраски, в диаметре достигают 12 см. Отлично смотрится не только в групповых посадках, но и в букетах. Георгина декоративная Catching Fire – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола георгина декоративная Catching Fire можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания георгины прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает георгина декоративная Catching Fire в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Интересные цветы георгина могут быть до 12 см. Лист этого прекрасного растения по форме перистый. Обратите внимание, что георгина декоративная Catching Fire – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.